Всех приветствую на своем канале. Если вы любите натуральную косметику уходовую и, допустим, попить вкусного кефирчика, то вам сюда, потому что сегодня я буду обозревать, распаковывать, к тому же, вот эту маленькую, но очень замечательную посылочку от компании BugsDrav, которая производит и косметику, это 19 продуктов различных, и линия, допустим, от 16+, от 25+, от 35+, для всех типов кожи и возрастов, и даже у них есть средства от целлюлита, а еще скраб для лица. Особенность косметики ProBioderm в том, что она обладает пробиотическими свойствами, потому что содержит лизаты. Это фрагменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточное содержимое. А также особенность составов ProBioderm в том, что они на 98% натуральны и содержат лизаты бактерий, а также масла, экстракты растений, витамины, вытяжки, полезные и необходимые коже микроэлементы. Косметика ProBioderm не содержит парабенов, сульфатов, гормонов и химии, которые негативно влияют на кожу и организм человека, создавая кратковременный эффект от применения. Большим преимуществом косметики является небольшой срок годности, всего 9 месяцев, за счет минимального количества консерванта. Подходит для длительного применения, поскольку не содержит вредных веществ, которые могут накапливаться в организме. Действие косметики направлено на восстановление естественных природных обменных процессов, а не нововременный визуальный косметический эффект. Отдельным преимуществом является использование для упаковки косметики вакуумных диспенсеров, шприцов, которые защищают содержимое от попадания бактерий, грибков и максимально ограничивают попадание воздуха внутрь. И у меня здесь будет крем для рук, для всех типов кожи, для всех возрастов, крем для ног аналогичный и скрабик для лица. Также BugsDrav производит закваски. Можно сделать, допустим, творожок. Сейчас я ножницами это буду вскрывать. И причем вы, конечно, можете сказать, ну, творожок я могу сделать из обычного молока, купив молока у каких-нибудь фермеров, доведя его до состояния простокваши, а потом простоквашу доведя до, допустим, определенной температуры кипения или варения, или еще что-то в кастрюльке. Но вот у нас, допустим, фермеры возят молоко сейчас только по пятницам. Очень неудобно, раньше 3 раза в неделю минимум. И вообще летом, так кто знает, кто давно меня, допустим, смотрит, знает, что я езжу обычно на велике выдры за козьим молоком. Творогом, иногда и простоквашей. Но сейчас не лето, и не всегда есть возможность достать это молоко, которое можно естественным путем довести до кефира или творога. А у BugsDrav есть закваски, с помощью которых можно сделать из пастеризованного или ультрапастеризованного молока. Вы удивитесь, конечно же, ну, в ультрапастеризованном там практически ничего не осталось. Когда я пыталась сама делать кефир из ультрапастеризованного, оно становилось горьким. Молоко, может быть, конечно, искисало, но оно срок годности у него заканчивался, и оно становилось горьким. Вот даже кот мой не пил это молоко. Благодаря этим закваскам я собираюсь протестировать и свою медленноварку, и также сделать, о, кстати, обычным путем, как, допустим, сквашивали наши бабушки, или как сквашивает мадам, у которой я беру летом козье молоко. Ну, она, допустим, летом удобнее поставила в сени, они обычно теплее, чем изба, или там в избе есть холодильник. Поставил молоко в холодильник, оно будет жить долго и счастливо, определенный срок свой. А поставил в теплое помещение, и как бы за 18 плюс часов молоко становится кефирчиком, простоквашкой. А там уже и до творога недалеко. Тут у нас, кстати, немножко вот такого пенопластика. Так вот, компания производит и ферменты, и пробиотики, и закваски, а также у нее есть отдельная линия косметики пробиотической с лизатами ProBioderm. И вот,
Она, возможно, для кого-то стоит не очень бюджетно, но, знаете, есть в России довольно много различных компаний, которые позиционируют себя как натуральная косметика, но вот кто-то использует парабены, кто-то выпускает алоэ, где 95% алоэ и 5% консерванта. И вид у алоэ, ну, такой себе. Здесь же маленький такой, кажется, флакончик, 330 где-то рублей, 50 миллилитров. Это пробиодерм, крем для ног, пробиотический, для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 15. Вот. Кстати, у него вот дозатор такой, как вот у меня есть несколько таких флакончиков про запас, может что-то сделать как для себя самой, но я такие видела в тех же кремах типа тональников. Ну, многие знают, тут, по крайней мере, меня давно смотрят, что я тональниками как бы не пользуюсь. Конечно, это рука, и я ногу так не задеру, но... Совсем чуть-чуть. Но я все-таки помажу именно ногу. Очень приятный аромат, освежающий и увлажняющий крем для ног. Эффективно устраняет запахи, препятствует повышенному потоотделению, снимает усталость и отечность, эффективно борется с шелушением, успокаивает раздраженную кожу и увлажняет ее. Оказывает антимикробное и противогрибковое действие, заживляет трещины и восстанавливает ткани, содержит лизаты пропионобактерий, способствует нормализация микрофлоры, стабилизирует репаративные процессы, укрепляет местный иммунитет, стимулирует микроциркуляцию и внутриклеточный метаболизм. Способ применения – наносить на предварительно очищенную сухую кожу ног. Применять по необходимости. И тут очень хороший состав. Первым идет, конечно, у нас вода. Потом масло какао, масло зародышей пшеницы, масло авокадо, рисовый крахмал, лизат бактерий лакторис, провитамин В5, растительный глицерин, масло макадамии, пчелиный воск, кофеин, обесабалол, аргинин, картинин и экстракт боярышника, экстракт земляники, экстракт душицы, экстракт иван-чая. Слушайте, я вот первый раз вижу, чтобы где-то использовали иван-чай. Это вообще очень круто. Потом пищевой антиоксидант на основе рапсового масла. Загуститель нейтральный полиакрилат натрия. Консервант и эфирные масла. Доля натуральных компонентов в составе не менее 98%. Изготовлено Бакздрав, Россия, в Москве. После вскрытия оно живет 9 месяцев. Я с удовольствием планирую затестировать эти три средства. Это у меня, как я уже говорила, крем для рук, крем для ног и скраб для лица. И потом где-нибудь, возможно, через недельку записать отдельный ролик. Так что, если вы еще не подписаны на канал, то у вас есть все шансы это исправить, нажать на красную кнопочку, а также на колокольчик, чтобы получать уведомления вовремя. Скраб для лица пробиотический, для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 13, и тоже 50 мл. Пробиодерм, Пробиофейс, Тотал Клея Интенсив. И он тоже, и вообще вся косметика. Пробиодерм живет всего лишь 9 месяцев, в том числе и после вскрытия. Дата производства 16 декабря прошлого года. И здесь, кстати, тоже 16 декабря, практически совсем недавно. И срок годности 9 месяцев. И 9 месяцев после вскрытия в течение срока годности, чтобы вписаться. И 9 месяцев вообще. Тут тоже первым местом идет вода, и дальше очень-очень много всяких различных масел. Очищающий скраб для всех типов кожи. Глубоко и бережно очищает кожу, отшелушивает ороговевшие клетки, делает кожу мягкой и гладкой, оказывает массажный эффект, содержит лизаты пропионобактерий, способствует нормализации микрофлоры, стимулирует репаративные процессы, деликатно ухаживает за кожей и питает ее, укрепляет местный иммунитет, стимулирует микроциркуляцию крови и внутриклеточный метаболизм. На предварительно увлажненную водой кожу нанести скраб и на протяжении 1-2 минут аккуратными круговыми движениями массировать ее. Вот и последнее средство пробиодерм. Это у нас уже крем для рук пробиотический, для всех типов кожи, для всех возрастов, номер 14, тоже 50 мл, и
Практически вот один в один. Разные составляющие, разное название и очень удобные тюбички. Одинаковые. Это питательный крем для рук и локтей. То бишь, я сейчас прям при вас могу помазать себе. Немножко тугая крышечка, с первого раза не получится так вот выдавить, но совсем чуть-чуть. Кстати, крем на ногах уже не ощущается совершенно. Вот мне это очень нравится. Иногда попадаются крема вроде и ухаживающие, но ощущения такие, ну, не всегда приятные. Тут очень приятные ощущения, приятный аромат. Кстати, от крема тоже очень хорошо пахнет для рук. Он впитался уже. Я даже могу руки намазать. Вот сейчас много выдавилось. Я постаралась. Удобнее, если вы левша, выдавливать правой рукой. У меня как раз тут ранка котом оставленная. Очень классный аромат. Тут кукурузное масло, оливковое масло. Масло какао, экстракт масляный розмарина, глицерин растительный. Лизат лактобактерий лактолиз, провитамин В5. Экстракт чабреца, экстракт череды, экстракт шалфея, пчелиный воск, рисовый крахмал, кофеин, антиоксидант на основе рапсового масла, загуститель нейтральный, консервант, серия Экоцепт. Экоцепт для зеленой косметики. Зеленая, я подозреваю, именно та, вот, которая очень такая растительная в составе своем. Ну и зеленая тут в кавычках. Парфюмерная композиция органическая. Доля натуральных компонентов в составе не менее 98%. Он сделан с 5 декабря и тоже 9 месяцев после вскрытия, и сам по себе живет 9 месяцев. Не содержит сульфатов, парабенов и ГМО. И здесь, кстати, точно так же. Да, она действительно не содержит такой вот очень вредной химии, не очень тоже вредной. Та химия, которая, или та косметика, которую, знаете, вы сначала используете, думаете, что вот он, визуальный эффект такой классный, все такое, но какой-то период времени прошел, и все вернулось на круги своя. Это же действительно вас подлечит. И переходим уже к закваскам. У нас тут 4 коробочки. Там пенопластик еще. Закваска йогурт. Такая вот коробочка. И срок годности 24 месяца при температуре не выше минус 12 или 9 месяцев при температуре не выше плюс 6. То бишь можно в холодильник сунуть там или в морозилку даже. И транспортирование допускается не выше плюс 35 градусов в течение 28 дней. Преимущество без ГМО и ГММ. Возможность приготовления 100% натурального традиционного йогурта в домашних условиях. Низкая себестоимость готового продукта. Минимальное участие в процессе приготовления. Густой полезный йогурт с нежным приятным вкусом. Натуральный йогурт полезен и взрослым, и детям. И здесь у нас, кстати, как приготовить. Инструкция по применению. Но у меня будет отдельный ролик, который как бы нам с вами покажет, как это приготовить. Точнее, по большей части вам покажет. Вот такой вот маленький пакетик. Он рассчитан на литр молока. Ну, вообще, в принципе, как бы он рассчитан на 1-3 литра молока. Налить в емкость 1-3 литра кипяченого или пастеризованного молока температурой 37-45 градусов. Перемешивая, добавить закваску до полного растворения. Молочную смесь оставить при температуре 24-30 градусов на 14 или 18 часов. При температуре 30-35 градусов на 8-14 часов или 35-45 градусов на 6-8 часов. После сквашивания продукты охладить в холодильнике не менее 2 часов. Продукт готов к употреблению. Готовый продукт хранится в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 8 не более 3 суток. Где вы в магазине найдете подобный кефир? Чаще всего кефир приезжает уже где-нибудь так в магазин на второй-третий день жития своего. Нет, возможно, где-нибудь в магазине можно найти такой супер кефир, супер кисломолочную продукцию, которая живет всего лишь 3 дня, и она стоит, ну, очень дорого, я подозреваю. А тут довольно бюджетно, где-то 55 рублей, 65 рублей за вот такой вот пакетик. И этого пакетика хватает аж на 3 литра. Можно сделать из одного. Я буду делать из одного. Я планирую сделать
обычным путем сквашиванием вот эти 18 часов, а также в медленноварке. Но она у меня на 2 литра рассчитана, так что не более 2 литров, скорее всего, и будет. Вот именно такого. Бумажечка с кучей, очень кучей всей нужной информации. Также я оставлю ссылочки на сайт, где можно прочитать эту информацию в онлайне, на сайт компании BugsDraw, на ссылочки на социальные сети BugsDraw и также на их Instagram, Одноклассники, ВКонтакте. Кстати, у BugsDraw есть замечательные закваски для приготовления сыра. У меня их по ссылочке нет. Я еще не пробовала готовить сыр на самом деле, но у меня уже есть люди, которые этим заинтересовались, вроде как готовы делать заказ. И есть группа с очень полезной информацией о самом BugsDraw, о заквасках и пробиотиках, и ферментах, и косметике. А есть отдельная группа о сыроварении. И я вот посмотрела, там очень много полезной информации. Вот даже для тех, вот, кто совершенно чайник, как я, там очень много чего можно почерпнуть. И тем более для тех, кто профессионал. Также на сайте BugsDraw можно купить и приспособление для варки сыра. Или уже готовим небольшую баночку какого-нибудь кефирчика. Я полазала там. Вы не думаете, что я тут просто вот посмотрела только немножко того, что хотелось мне самой. Закваска кефир на кефирных грибках. Традиционный состав живых микроорганизмов. Это у нас творог. Масса нетто 3 грамма. Творог я тоже буду делать. И вообще я планирую записывать все процессы на видео. Не только творога, кефира, йогурта, но и всего остального, что я там выбрала. Так что вам будет что посмотреть, дорогие зрители. А возможно вдохновиться и заказать что-нибудь себе. И тоже будете делать себе полезную кисломолочную продукцию. Закваска ацидофилин. Я этот ацидофилин, помню, иногда покупала в малюсеньких стаканчиках. В некоторых у нас в магазинах продавался. Но крайне редко я его встречаю. Ну и намного круче сделать самой. Меня вот подруга, когда узнала, что жду такую посылочку, она сказала, ну что, не легче ли купить кефир? Я думаю, ну как это вот? Ты покупаешь кефир, не факт, что он нормально создан, потому что я как-то купила кефир вроде проверенной марки. Но ощущение было, что вот в сыворотку немножко капнули то, что называется кефир, размешали, и вот вам, люди. И я давно уже как бы стараюсь делать что-то сама, что-то, что можно сделать самой, не обязательно покупать. Это реально на самом деле намного дешевле. Ну, даже, грубо говоря, молоко, вот наше углическое, угличье поле, где-то, ну, не знаю, 55, допустим, рублей за литр. И 55 рублей вот такая закваска. И, соответственно, литр кефира вам обеспечен. Или целый литр нормального натурального йогурта. Я считаю, что это намного дешевле. Ну, или, допустим, 3 литра молока и вот такая закваска. Тоже намного дешевле, чем купить вот какой-нибудь дорогой. Потому что качественный йогурт именно вот хорошего состава или качественный кефир, который живет всего 3 дня и знаете, из чего он создан, но не всегда знаете, как он хранился, стоит все-таки немножко дороже. Это у нас закваска ацидофилин. Это у нас мацони. Я ее всегда хотела попробовать, мне про нее еще несколько лет назад говорил один знакомый, но как-то я ее нигде особо не встречала. Или встречала, и у нее такой срок уже был, что не хочется покупать. Вот теперь у меня есть возможность приготовить ее самой. И у вас такая возможность появится, если вы решите сделать заказ на сайте. Также в группе ВКонтакте, про Одноклассники ничего сказать не могу, я туда, честно, не лазала, но в группе ВКонтакте и по сыроделению, и в другой группе BugsDraw проводятся часто конкурсы, и, допустим, на самом сайте можно купить по скидке какую-нибудь кухонную технику, и доставка вам компенсируется заквасками. Техника там фирмы Redmond и Kitward, вот как раз Kitward, который я недавно покупала, и в котором я собираюсь свои медленноварки от Kitward делать кефирчики, творожок и прочее. Это у нас закваска кардио. Они все стики по 3 грамма и по 5 стиков в коробочке. Вот стики, кстати, для сыра, они рассчитаны аж на 50 литров молока, этот маленький стик в 3 грамма.
Меня немножко еще это испугало, когда я смотрела на эти закваски для сыра, потому что думаю, где 50 литров молока возьму, это же целую ванну надо будет. Так. Тут везде информационная бумажка от Бакздрав, бактерии для здоровья и долголетия. Кардио. Для приготовления кисломолочного продукта, обогащенного пробиотическими микроорганизмами. Кстати, есть закваски для кисломолочного продукта, чтобы вы лучше похудели, чтобы вы лучше себя чувствовали. Есть закваски для детей от 6 месяцев, есть закваски для детей чуть-чуть постарше. Есть закваски вот и для сердечников. И для поддержания иммунитета, я думаю, что буду пока в первую очередь использовать для поддержания иммунитета, потому что многие знают, что я последние полгода довольно часто простужаюсь. Вот как раз у меня в руках иммуна. Один кардио, второй пакетик протект, гармония. Так что для женского здоровья там можно найти определенную закваску, сделать кисломолочный продукт, и будет вам счастье не только внутри и снаружи. И слим. Это вот как раз для похудения. И еще у нас тут есть вот такая бумажка, где у нас все, что я заказала. И я еще раз напомню и уже скажу точную цену. Все флакончики по 50 мл. Все идут по 330 рублей за штучку. Это у нас крем для рук пробиотический, скраб для лица пробиотический и крем для ног тоже пробиотический. И линия косметики от Бакздрав — это Пробиодерм. Еще раз напомню, что она пробиотическая косметика и содержит лизаты, кусочки стеночки и внутренности бактерий. Ну и еще очень много всяких эфирных масел, просто масел растений, кучу просто всякого полезного, натурального. И всего лишь 2% это у нас идет на консерванты. Но без консервантов такая бы косметика долго бы не прожила. Точнее, до меня бы она точно не доехала. 98% натуральных компонентов. Ну и также Бакздрав у нас выпускает не только косметику Пробиодерм, но еще и пробиотики, закваски и ферменты. Сырные закваски, которых у меня здесь нету, их можно некоторые купить и за 55, и на сайте есть акции, что можно купить и за 100 рублей пакетик, допустим, для каких-нибудь супер таких твердых сыров. Можно сделать мягкий сыр, можно сделать такой твердый в головке желтенький сыр, можно сделать полумягкий сыр, очень много, большое разнообразие, кажется, 11 вариантов заквасок для сыра. Даже есть закваска, которая продлевает жизнь и кисломолочным продуктам, и самому сыру. Козель. Я всегда думала, что козель — это что-то такое, ну, какая-то такая интересная бактерия, которая делает вам хорошо, а не именно, что продлевает жизнь кисломолочного продукта. Но вот благодаря сайту Бакздрав и группе ВКонтакте, и то, и другое, и по сыроделению, и по самому Бакздрав, я много чего интересного узнала. В общем, закваска для йогурта, кефира, творога, мацони или ацидофилин вы можете купить каждый пакетик за 55 рублей. А вот иммуна, протект, гармонию или слим, а также кардио уже она стоит 65 рублей. Я считаю, что это совершенно недорого, учитывая, что если обзавестись 3 литрами молока, то можно получить, соответственно, 3 литра кефира. Ну или можно из 1 литра молока закинуть туда содержимое пакетика, и будет вам опять же литр кефира. Или также литр. Ну, конечно, не литр творога, потому что вот все-таки в литре молока будет большая часть сыворотки, и там 200 грамм, ну, максимум 300 творога, но зато вы будете знать, что это вы сделали сами, и из чего вы это сделали, что вы туда положили, что это только молоко и закваска. Ну и снова напомню, что это очень натуральная косметика. И тюбички, может быть, и маленькие, но удобный формат флакончик, удобный дозатор, много не выльется, надолго хватит. Главное самое, что это натуральная косметика, не содержит ни сульфатов, ни ГМО, ни парабенов, ни, соответственно, спирта или еще какой-нибудь непонятной химии.
А от химии, как мы знаем, мы нисколько не улучшаем ни свое здоровье, ни внешний вид, сколько ухудшаем, скорее всего. И снова напомню, что ссылочки в инфобоксе будут и на сайт магазина, где можно сделать заказ, и на группы в социальных сетях. Ну и спасибо всем, кто досмотрел до конца. Я надеюсь, вас заинтересовала подобная продукция. И не только я буду, ну сегодня-то я, а завтра, может быть, кто-то из вас, не только я, буду пользовать вот такие стики. Вот я достала йогурт, чтобы сделать из молока йогурт. И заказывайте такую и косметику, или просто закваски. Вот закваски вообще. Заказывайте такие закваски, делайте кисломолочные продукты дома, экономьте денежки и кормите своих домочадцев и самих себя, и вообще всех, кто рядом, вкусными молочными, кисломолочными продуктами. Всем спасибо за просмотр и до новых видео!